На новой набережной Саратова провалился асфальт. Место обрушения находится возле ограждения на участке от Бабушкиного взвоза до улицы Провианская. Здесь образовалась яма длиной 5 и шириной 3 метра. Ее стараются обойти пешеходы и объехать велосипедисты. Даже уборочной машине пришлось демонстрировать класс вождения, чтобы не угодить в ловушку. Поблизости можно наблюдать еще одно потенциально опасное место. Здесь явно просел асфальт. Напомню, что этот участок новой набережной был открыт в сентябре прошлого года.